Доброе утро, сейчас гороскоп на среду, 29 января, рыбам. Сегодня вам стоит задуматься о том, с какой целью вы будете говорить вашему любимому человеку те или иные слова. Водолеям сегодня вам, вашим любимым, стоит вспомнить смешные моменты из совместного прошлого. Козерогам... Это да. Молодцы, блядь. Фу, блядь. Ну, вот записано все.